Привет, мои дорогие, мои любимые. Посмотрим сегодня карты на любовь, на Таро Манара. Так, у нас будет сегодня два варианта. Посмотрим, что ждет вас в отношениях. Так, что вас ждет в отношениях? Так, загадайте два варианта. Что ждет вас в отношениях? Первый вариант. Что ждет вас в отношениях? Второй вариант. Итак, посмотрим первый вариант. Так, я оставлю, пока определитесь. Угу. Посмотрим первый вариант. Старший аркан – сила. Что ждет нас в отношениях? Давайте посмотрим, чему это старший аркан выпал. Ну, такая женщина сильная, независимая, и, возможно, вы держитесь за эти отношения. Не то чтобы держитесь, а вы не хотите тратить свое время попусту. Если вы в отношениях, то в отношениях. Значит, вы работаете, делаете все самое лучшее в этих отношениях для того, чтобы они росли. Бывают такие женщины, которые работают, и когда они хотят отношений, они видят в своем будущем партнере своем партнере будущего мужа и стараются все самое лучшее делать в этих отношениях, потому что вам не дело, нет времени до шуток, потому что вы не хотите тратить свое время, у вас есть помимо этого другие части жизни, которые нужно развивать, работать, и вы хотите, если выбрали этого человека, то видите в нем будущего мужа, который человек, который сможет с вами прожить всю оставшуюся жизнь. Ну, давайте посмотрим, что он думает о вас. Так, Верховная Жрица выпадает. Вы тут, только вы мне выпадаете. Верховная Жрица к чему выпала? Я только вижу сейчас девушку. Ага. Ну, все понятно. Тут выпала двойка воды, любовь какая-то любовная. Парень, видимо, хочет придержать девушку. Тут понятно, к чему выпала императрица. Хочет придержать девушку, потому что знает, что она, возможно, может уйти. У нее есть свои интересы. Как я сказала, развивает свои сильные стороны, возможно, какое-то хобби, какой-то свой бизнес. И на самом деле императрица выпала, такая девушка, женщина, достойная очень хороших отношений, но мужчина у нас такой чувствует это, что кто перед ним, и что это действительно стоящая женщина. Давайте посмотрим. Угу. Король земли выпал у нас. Значит, тут и непростые карты выпадают. Тут и вы достойны, и человек, который есть деньги, но он немножко как-то побаивается вас оставить. Смотрите, правосудие, 20-й аркан. Возможно, такое то, что... Так, чему это выпало? Посмотрим. Рыцарь воды выпал. Ну, тут что сказать? То, что у нас, видите, как одни старшие арканы выпали. Старшие арканы выпали, и тут король. Ну, посмотрите, король и верховная жрица, и рыцарь воды. Ну, тут вода пошла у нас чему? То, что действительно парень, мужчина очень любит вас и ценит вас, и знает то, что он может из... что перед ним такая достойная женщина, и может в жизни, в будущем, если вы построите семью, вот по 20-му старшему аркану правосудия, возможно, он станет таким человеком, который сможет разбогатеть и который поменяет свой статус, у которого будут иметься деньги, и женщина будет его поддерживать в этом. Ну, конечно, возможно, он так не равен вам, но мужчина, как вы знаете, всегда смотрит, выбирает женщину, которая на две головы выше его, которую он считает, что он как-то недостоин, но он добивается, и когда он добивается этой цели, он прям такое получает наслаждение. И мне кажется, тот человек действительно влюбленный в вас, но по правосудию, мне кажется, то, что у него есть тоже к вам, ну, к вам
не чисто любовные отношения, а то, что он хочет видеть себя в будущем с вами, вот таким человеком, который достигнет успеха, на самом деле. Ну, ничего не могу сказать, то, что это плохо, как мы, бывает, встречаем мужчин и говорим, вот он перспективный или не перспективный. Вот тут выпал человек, который действительно перспективный. Давайте еще посмотрим, что ждет. Что ждет в отношениях? Десятка воздуха, какая-то воздушная карта выпала. Ну, конечно, для него, может быть, сейчас недосягаемо, но он так и хочет. Видите, схватил вашу туфельку, так и хочет. Вот, действительно, стать кем-то, туз воздуха. Да, вы для него, конечно, недосягаемая женщина. Если он на самом деле покорит ваше сердце, то он будет самый счастливый человек, я вам говорю. Итак, так он же видит свою материальную реализацию через вас. Девятка огня. Тут чему огонь пошел? Так, девятка огня. Ну, возможно, мужчина такой, если пока вас еще не покорил, возможно, у него есть какие-то дамочки, но он с ними так не особо хочет, видит перед собой вас и знает то, что вы такая чистая, та действительно серьезная женщина, девушка, которая ему нужна. Ну, если вам не нравятся какие-то такие ребята... Рыцарь воздуха выпал. Ну, такая еще к чему-то у нас идёт. Десятка земли. Королева земли. Ну все, дамочки, девочки мои дорогие. Смотрите, у нас королева земли выпала, королю земли. Это два человека, которые, возможно, станут парой через карту правосудия. Возможно, он вас сейчас видит слишком далеко, как звездочку, но вы все-таки станете парой, я считаю, пара король земли и королева земли, люди, которые имеют деньги и которых ждет хорошее будущее. Так что, если вам кажется, что парень на самом деле такой неперспективный, еще что-то там кажется, ой, что у него нет денег, но зато он перспективный, он с вами достигнет всего, научите его дисциплине, и он быстренько станет тем, кем нужно. Как говорят, всех ребят разобрали щенками, вот вам дается тут мужчина, из которого вы можете сделать короля земли, сделать из него, как говорится, из Г конфетку. Так, давайте посмотрим, что нам выпало. Башня. Второй. Я тут оставила сигнификатор король и королева, чтобы вы не забывали. Так. И второй вариант у нас...